Так, ну чё, я уже пишу, ты записываешь? Запишиваю, Запишешь? Да, ну давай, скажи, скажи, ты на себя знаешь, что ли? да? Да, скажи. Хушки амигос. Без. Ну, не надо говорить, Мы кто с вами. продолжаем играть. Во что мы играем? Давай, скажи мне, во что мы играем. Не знаю. В Скажи. игру, в которой Эффи похожа на бомжа. Да, я бомжара, вообще. Бля, это первый бомж, который попал в космос. Почему ты без скафандра до сих пор? Я не Главное, знаю, я смотри, потому что у тебя к куртке пришит вот этот датчик с жизнями. Я понимал, когда он был на костюме одет, но, блядь, к куртке. А я видела, они вообще у них встроены как-то в В горбы? дырные горбы, да. А на куртке разрез, Элли да, чтобы жизни были? когда Элли там вообще, ходила. блин, Элли-то киборг, а не баба, ё-моё. У нее глаз уже кибернетический, горбы кибернетические. Такая Может, кибернетическая. уроним пару скупых слов про игру, что ли? А то я так посмотрел, как мы с тобой играем. Послушал. Тема как-то не раскрыта. Не раскрыта. Не Ну, что могу раскрыта. Сказать, что по сравнению, конечно, с предыдущими двумя частями, это что? Говори, говори. Я звук забыл прибавить. С предыдущими двумя частями, то, конечно же, атмосферу утратила вот этого вот хоррора такого именно. Потому что тут уже кооператив-то добавили. Ну, вот. Кооператив даже из-за Outlast'а, знаешь, сделал бы, блин, Ну, веселую я аркаду. Сейчас говорю, да. Что-то тут закрыто. Уже Подожди, открыт. подожди, подожди, не ходи, нет! Боже, эта женщина! Зачем ты туда пошла? Там артефакт в другой стороне спрятан. Ты продолжаешь меня, да, добешивать окончательно? Нет, я пытаюсь. Ты хочешь, чтобы в меня вселились хуебесы? Господи, Боже! Мама дорогая. Я недавно только увидел. Я это видела уже давно. Да. Кстати, мне подруга скидывала вообще. Да молодец, у тебя подруга. Да вообще, добра тебе не желает вообще. Да она меня вообще так любит, как да. и ты. Да, я вообще, блин, я люблю людей, я хочу сказать. Да, я Очень знаю. Сильно. Особенно. Ну ладно. А я люблю все части Dead Space, мне они все нравятся. Еще. Мне тоже все нравится. Я желаю Visceral Game лучей добра и денег, чтобы эти нищеброды таки сделали четвертую часть, продав свои квартиры, свои Бугатти, дома на Гаити и почки своих детей. Потому что Dead Space 4 это важно. В наше время, когда Capcom скатился в говнище, это, которое там вот куда Синдзи Миками ушел, которое его флизерин делает, говнище в квадрате. Кто-то должен дать людям угля и послать им нормальных хорроров и шутеров от третьего лица. Потому что если еще Безумный Макс выйдет тупым говном, то я не знаю, что я сделаю. Лично каждого разорвешь руками. Сейчас. Садишь на них своей жирной жопой. По-моему, из-за пожара нас не будет слышно, поэтому. Да. Что ты там про жирную жопу вякнула, не понял. А, я не, ничего. Ты опять продолжаешь активировать заставки без моего спроса, да? А ну тебя! Мне вон дали какую-то пукалку тут. А, это просто резак. Ну ладно. Это просто резак, и не тебе его дали, я хочу заметить. Жлобы африканской наружности. Что-то грохочет так. И голоса стали громче. О боже мой. Карвер знает дорогу, ты спроси у Карвера, я тебе скажу. Ну вот давай, туда. Беги вперед. Айзек такой тупой, он сейчас стоит, блядь, сзади дорога, сзади разбитое окно, спереди заваленный проход. Он говорит, что делать, блядь, вот туда идти. Единственный шанс. Тем более, что там написано. Нас немножечко левитировало. А, левитировало? Ага. Левиоз. А мне хорошо, у меня сейчас шлем закроет мою личико, и я буду дышать. Ой. А ты будешь дышать. А ты будешь дышать жабрами. Блять, я наткнулся на огонь и. И теперь у меня лицо, как у Сандора Клигана, черт побери, да беги же, ты беги! Как лечиться? А, тут все, нельзя было лечиться. Господи, боже, какие спецэффекты! Это не лечится. А, так, скафандр. Не сметь говнять на эту игру, тут такие не, спецэффекты. Не, я не об этом, то, что громко. А, да, громко. Вахают от души! Для нас стараются, молодцы, Visceral Game. Бум-бум! Да. Прям так вовремя успел вообще. Мафиози. Бойкотируй букву Е, к черту ее. Да ну тебя в Да здравствуй, буква Я знаю букву Е.
Е-е-е-е-е-е. Ты, наверное, когда подпевала бременским музыкантам в детстве, пела Да, и мы остались без артефакта и уже не получим те супер костюмы. Так, так бывает, когда связываешься с женщиной. Да блин. Ну? Ты что-нибудь чинишь там? Я стараюсь. Потому что я ни хрена не делаю. Эту фигню. Включить. О, боже. Единственная моя предъява к этой игре, это потому что на всех заставках мне все равно тебя показывают. Это не может не бесить человека, который играет вторым номером. Вон там кусочек тебя показали. Да, я вот вообще-то там улетел с лифтом, а сейчас здесь оказался. Ну, таки, ну и нахрена мне это надо? А, пистолет, пистолет очередями, говорю, стреляет, переключи. Да нахрена, если можно их облететь? Облетела? А что это было? А я умерла? А, наверное, бомба. А, ну ладно. Ну не, ладно, ну ты облетай, облетай, конечно, нахуй меня слушать. Кто, кто я такой-то? Ну ладно. Стрелян-то колотили. Такие миссии стрёмные. Вот и, именно из-за них я не играю на сложности, где нельзя ни разу умереть. Вау, какие кадры. Isaac, where are you? I'm coming. Just hang on. Не, ну по тем временам экшен четкий, конечно, здесь. Ёб твою мать. Это было близко. Да не говори. Блять, да что меня задело? Да меня там километр был. За пяточку тебя схватили. Нет, арматура, арматура вылезла просто. Блять, опять сначала, что ли? Говно с санкой. А, он здесь не целится? А, да какого? Здесь прицел вообще почти не ползает. Надо перемещаться, чтобы он стрелял, да? Перемещением, то есть прицеливаться, грубо говоря. Ну блин, он как-то, короче, чем ближе цель, я так поняла, тем он и стреляет в ту, которая самая ближе к нему. Нет, он автоматом вообще здесь, по-моему, целится. Твое дело зажать кнопку и стрелять. Они упростили это специально. Да лохобанов. Я-то бы смог. Такой типа, I'm against, against, да? Какое нахуй генство? Ну ты же смог бы. А что, могут только гангста-ниггеры? Ну не знаю, не знаю. Вот это твоя мина. Ой, мама, ой, мама. А, у меня патронов, кажется, нету. Подожди, мы летим за лифтом? Да поднажми. А, на shift ускоряться может, слышишь? Давай, 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 чуть-чуть. Ну, сантиметр, сантиметр. Мы лифт не догоним, что ли? Догоняй! Нет, смотри. Страшно это все выглядело. Так, да. Поджались мои ягодицы. Это значит, что в твоей жопе еще есть мышцы. Спасибо. Блять, говно вопрос. И опять я сзади. Хотя я думал, что я там. Кстати, здесь можно поискать артефакты. Где? Они здесь на корпусе корабля. А, но здесь потом надо будет спутники собирать, так что. А, еще. Нет, здесь надо летать, когда у тебя появится робот, который ищет, ищет всякую херню. Mm-hmm. Вот, кстати, вот идея с роботом тупа. Мне не понравилось. Что надо поставить, потом он там на станок приедет, что-то соберет. Это прикольно, конечно, но только не для этой игры. У них, видимо, была идея, завалялась, и надо было его хоть где-то дореализовать. Ну, сейчас слышишь, да, у тебя? Ты где? Тут я. Слышишь звук того, что рядом есть артефактные места, ну, лут? Ну, робота что выпускать надо. А, ну да. Вот, а робота еще нету. Блять, так классно, что вот это очки светят в темноту. Ну, классно же. Сколько лучей света, столько он. Ни хрена ты колдуешь. Акцию пью. Вот, вот он хоррор начинается. Темнотище, страшнище. Где свет включается? А мы из какой, из этой двери приперлись? Не знаю. Эй, Сюш, лампочку вкрути, да? От открывания дверей, конечно, тоже. Я хочу сказать, что не самое лучшее.
Почему-то здесь ничего они руками не трогают, все надо делать кинетиком. Это как-то немножко раздражает, на самом деле. Че, ничего нельзя разбить, это обидно. Бум, бум такой. Зачем ты, зачем ты нуждаешь меня? Да, зачем ты меня бьешь? Бей-бабу молотом, ё-моё. Так, здесь да, как-то есть, как-то здесь есть вот эта вот штучка. А, мы... А, вот. На Б нажимаешь, там же этот... Навигатор есть. Навигатор. Встроенный в перчатку, всегда так мечтал. А симки, наверное, в жопу вставляют. Просто все такое интерактивное, должна же симка где-то быть. Или шо, они за бесплатно тут все это смотрят, что пользуются этими спутниками всякими. О май гад. Да, тут прицел не хочется отпускать, потому что ничего не видно без него. Да. Ну и чё? Executions. Нам нужна двойная сила кинетика, чтобы повернуть. Нет. Blood stains on the wall are at height. That's no good. The dead end. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Can we cut? А чё это ты? Нет, это надо тогда вытащить, или она вот там замочки. Там сзади, нет? Да, ты рано полезла без мыла в жопу-то, епт. Не, вот тут есть. Я тебе ящики там скидываю. Благодарю. Да ну давай, да ну... Не крысятничай там только. Да-да! Ой, нет, слезь! Иди отсюда, на. Так, что тут ты мне выбила своей несчастливой рукой? Ногой. 17 геля своей несчастливой ногой. Кривой. Дойди. Опять она к станку прилипла. Ну чего тут интересного же? Ну мне надо это самое. Вечно вам что-то надо. Господи, патрончики, хреночки. А, смотри-ка, что-то можно создать новое. Принципиально новое. Новую станину можно. А, да ну нах. У меня и старый устраивает. Чего? Я же сказал выйти, ёб твою мать, выйти. И все-таки я что-то создал, по-моему. Ой, а можно... Вселенную. Дробовик можно создать или лазерный пистолет. Ну нахер не пистолет. Обойма. Слушай, а инвентарь как посмотреть? Тап. Да? Табуляр? Нихуя себе, никогда бы не подумал. Действительно, как такое вообще возможно? Ну, на тап. Ой, пардон. Вот, видишь, вечная на эскейп как хочется выходить. Да, да. Бля, сколько у меня аптечек. Надо аптечки разбирать нахрен на запчасти. Ой, а там еще наверх можно залезть. Тебе, ты там, там не был? Ничего нету больше, я помню. Тут только с одной стороны было два ящика. Ну, блин, ну ладно. Как-то с каким-то скрипом станок работает. Скрипучка. А, вот. Вот это все-таки открывается силой мысли, даже кинетиками надо применять. О, наконец-то ляпушки крови появились. Сейчас, глядишь, и трупы пойдут. Расчлененочка начнется. А, нет, сначала надо дождать, пока закроется. Какой-то у тебя костюмчик гейский-то. Ты на войну пришла или что? Почему ты в чистом? Ждем напарника, помоги мне. Че помочь? Он не хочет открывать двери без тебя. Видишь, гибнет. Сердце. Вот, я вот, слышу, начинается хоррор. Звуки. Давай по атмосфере, Так, крути подозрительной камерой по сторонам. это враги уже. Блять. Я забыл, что надо испугаться здесь. Охуенно испугаться. Блять, нас местами поменяло, ты не заметила? Слышь, на мои выстрелы ему немножечко похуй. Ты не стесняйся их замораживать-то в следующий раз. Окей. Тут сложность-то, знаешь, не детская, хочу сказать. Деточка. Слышь, мои выстрелы им просто по барабану были. Я заметила. А твои? Мои нет. Чего? А ты что, апгрейднула? А с чего ты по ним стреляешь?
плазменный этот резак или может, что? Может, я в этой игре, блядь, могу и не стрелять, нахуй? Может, тут вообще на второго игрока не рассчитывают, чё? Это нахуй хуетация, блядь. О, ну-ка, подожди-ка, дай-ка ему. Он даже не спрыгивает с первого выстрела. Он думает, блядь, то ли комары кусают, нахуй. То ли, блядь, стреляет какой-то ебан меня. Из своей пидорской пукалки, блядь. Шумный сверчок, сука. Чё за музыка такая, как будто тут пиздец, на. А вот. Ебать, я тебя спас вообще. Так как боженька, как боженька. Можешь звать меня Иисус. Я назову тебя... Рыбонька, и только ты погромче молчи. Мне нравится их так бахкать. Они так сочно разлетаются. Бахкать тебе нравится? Бахкать их. Ну, сходи побахкай где-нибудь, не знаю. Дай. Бахкает она тут. А что, нельзя, что ли? Знаешь, так... рубрика «Новые слова» продолжается. Бахкнуть, топнуть ногой по поверженному противнику. Вау, по метанию когтя в цель у меня явно будет пятифон. Я так понимаю, у тебя патронов прям там, ну просто вот, блядь, на уровне бесконечности, да? Да нет. Чё ты так их поливаешь тогда? Ты понимаешь, что до следующего станка Патриков не намечается? Руками! На, пиздячих нахуй! Патроны-то не казенные, ёпта. Накровные покупаем. А, что тут можно было взять? Вот он, да. Так, ну и что тут? В темноте. А, ой, я нашел этих палубах, кажись. А ты лифт нашла? Угу. Круто работает? Нет. Да? Потому что двери тут открыты. Сквозняк не дает лифт ездить, да. Твоя жопка слишком жирная. Ага. Я худею. Зачем ты меня об этом напоминаешь? О, смотри, я тебе друга нашел, смотри. Вот. Ой, спасибо. Он летает, блядь. Он летает, о. Что, почему? Да почему его нельзя поднять? Схватить, говно? Эй, почему я не могу поднять? Кого? Проводник. Потому что здесь невесомость. Ты ничего не можешь здесь. А, да хер. Да ладно, могу. Я труп не мог сейчас с кинетиком протянуть. А, это, наверное, скрипт какой-то. Ну, блядь, да. Фишка Visceral Games. Глупые скрипты. Ну-ка, давай, открой свои проклятые руки. Я ее так уже замандякал, пока ты телишься. Стреляй в ХДшник, не прогадаешь. Тикс. Что тут есть? Что-то? Друг другу патроны здесь нельзя, да, передавать? Можно. Как может? Нельзя. Можно. Ну-ка попробуй. Ну-ка сейчас попробую. Сейчас. А, есть дать. У тебя есть... Блин. У меня появилась аптечка. Ну да. Ой, блин. У тебя есть функция дать? А чё не пользуешься? Ух, какой щитник. Ай-я, вообще. Ой, щитник. Градус юмора возрос просто. До температуры, в которой плавится сталь. А вообще? Почему трупов, блядь, нельзя магнитить? Я хотел в тебя бросить трупом, и почему-то мне это, блядь, не дает игра делать. Бля, у меня такая шутка пропадает из-за этого. Говнюки из Visceral Game. Ну давай, открывай это говно. Ой. Тут не мешало бы со шваброй пройтись, блядь, туда-сюда. Чё тут понаписано-то? Кому? Да Генс Махат. Мне жаль, сэр, но мы ничего не можем поделать с шумом из кинологического отсека. И как-то успокоить животных. Собаки не находят себе места с того момента, как мы вышли на орбиту. Некоторые даже пытались выбраться через дно своих клеток. Да, блядь, как интересно. И серьезно повредили лапы. Повредили лапы. Прошу вас, сэр, отправьте их как можно скорее на поверхность планеты. Пусть сдохнут там. А, пусть разомнутся. Собаки очень похожи на людей, а долгое заточение сведет с ума любого.
Моя любимая рубрика «Нахуя здесь эта записка?» Да. Ну, действительно, блин, то странный, странный. Нет, Dead Space, на Dead Space я не... Так, убери свое очко. Да я и так далеко. Бум. Да, да, да. Ты испугался? Очень. Что-то эта дверь слишком долго открывалась. Норт, ты там? Да, да, я здесь. Хорошо, я думаю, что это держит их на сейчас. Хорошо. The SOS is coming from directly above me. Я помню, тут будет небольшая жопка. Да. Тут нападает, тут нужно работать в тандеме, давай. А, нет, тут можно и одному, только надо ухитриться. Опустить это говно. Нет, ты не понимаешь, иди ко мне сюда. Иду. Ты опускаешь, а я кручу. Блять, я почти сделал. Нажми и держи. Держу. На нас нападают. Коварные, блять, пиздючки эти. Как ты хочешь называть этих мобов? Писюхи. Почему писюхи-то? Не знаю. У меня все, кто мне не нравится или нравится, я их всех называю писюхами. Даже если нравится и не нравится, ты всех называешь писюхой. Давай, крути эту штуку. В этом как бы нету логики. Да пофиг. Когда ты видел логичную женщину? Вот именно. Вау. Да, блять. Стремно с вами делить одну планету. Да ладно. Слышь, у меня топорик тут чуть-чуть. А что она? О, мама дорогая. Кинетик, у тебя есть кинетик. Почему он около меня, сука, трется? Да зачем потому, зачем ты заморозила его труп? Да блин, потому что я думал, он еще живой. Давай ты не будешь вот это вот. Давай не начинай. Не, это была отличная пародия. О, господи, боже. Делай что-нибудь. Я кручу. Ну, прикольно, я могу все портить, смотри. Да ну крути твою ты за ногу. Ура! Сработало. Отлично. Тяжко с тобой, тяжко. Ой, да ладно. О, смотри-ка. Халявушка. Круто. Заводи это дерьмо. О, господи. Как будто мы этот корабль с толкача заводим. Оу. Жареха, жареха пошла. Жареха? А, да. А ты так отвернулась, да? Как у тебя... Мне на это все равно. Вот сука. Да скотина. Я думаю, в рукопашный этот вопрос не уладишь. Лечись, 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 лечись. На кью, на кью, на кью. Лифт опять не работает, да? Крутота. Наверное, надо что-то нажать тут. Да. Спасибо, Кэп. Да не за что. Ты должна вести... Ждите ожидания. Чего? А, вот. Круто. У стрелки. Ебать ты стрелочница. Ну, по-моему, что-то прыгнуло. Да, но нам похуй, мы слишком круты, чтобы замечать их. Сдохни, скотина, падла. Я ее забила ногой. Там сверху лут висит. Вот там. Где? Вот там где-то. Ну, все. Заточила? Я же аж не заметил, как он пропал. Просто посмотрел туда и все. Значит, я не вижу, когда ты пользуешься кинетикой. Эх, жалька. Тут что-то какие-то ширканье. Какие ширканье? Что такое ширканье? А чё лифт так долго едет? Ничего не происходит. Ну, потому что он так долго едет. А чё ничего не происходит? Давай заходи. Тебе что-то надо еще? Да. Вот что я хочу сделать.
Самое время потопать, чтобы мы застряли. Ой. Какой-то лифт облупленный, бля, просто как, не знаю. А я в первой и второй части, по-моему, там еще в лифт могли... Бей, бей их, бей их! А, это наши. Ой, божечки, господи, какой ты паникер. Ах ты, проститутка. О, боже. Где она такой крокодил подцепила-то, да? Что-то она какая-то стрёмненькая чуть-чуть. Как будто не спала 3 года. На сисюльки-то подвыросли и глаз вставили. Даже одинакового цвета. А, у нее, подожди, у нее, по-моему, разные глаза должны быть в этой части. Да. Но я вижу, что они у нее сейчас одинаковые. А, чур, когда дед помрет, шоколадную возьму себе. О, господи. Айзек, я знаю, что твоя бывшая сейчас дает другому, но я должна тебя напрячь. Как насчет обезвредить обелиск и спасти галактику? А я все равно тебе не дам, потому что я с ним, ты понял? А, да, Айзек, подрядись, нахуй, очень надо, желательно сдохни там, пока будешь это делать. Ну ладно, хули, куда деваться-то? Никто, кроме нас. Ёпта. Видишь, у него вид такой, как будто ему на голову насрали. А она во второй части, да, по-моему, глаз потеряла? Что? Она во второй части глаз потеряла, я вот не помню. Она была только во второй части. Поэтому я не знаю, где она могла. Может, она между частями где-то. Ввязалась в пьяную драку, получила в глаз бутылкой. Даже где-то за этим станком был артефакт заночкован. Убери отсюда свою. Тунгуску? Ты ее так называешь? Нет. Зря. А, о, да, нет, нет, тут артефакта никакого, походу. На, ёбочка вышла. Дезинформация. Так, ты что-нибудь будешь крафтить? А как можно разобрать это говно? Создать чертеж и выбрать готово. Модификации нет. А как его снять? Убрать его куда-нибудь? То есть на его место хочу поставить другую пушку. Убрать нижний блок тут можно только. Вот ничего нельзя. Не, за пушку-то другую в руки взять. А. Модуль поворотника, нахуй мне ваш модуль поворотника. Хрень какая-то, господи. Да ёб. Капец. А цепи что же должны создаваться в этой части, нет? Цепи? Вибратор нижнего блока тоже их надо. Их находить надо и ставить потом. На этой сложности все крафтится. Даже это? Даже это. Вроде бы как. Уже можно большие аптечки делать. Нихуя себе. Какой пангон. Какой форсун, какой форсаж. Почему нельзя прокачать хотя бы пушку, обойму там сделать и не? Хватит краситься, пойдем. Иду. А, они уехали на лифте, нам надо ехать на лифте. А нахера мы сюда спустились-то, я не понял. Чтобы побазарить. А, круто, обожаю ездить в лифте. В 90-е молодежь каталась в лифтах. Это было охуительное развлечение. Я тебе базарю. Прям, блядь. По-божески. Главное, что бесплатно, да. По-убожески, но бесплатно. Из-за этих пидоров иногда, блин, лифт было ждать, бля, полчаса. А второй сломан уже полгода, блядь. Вот это были 90-е, сука. Мы спускались вниз, как могли. Не, облом не вверх пиздавать, конечно. Если у тебя высокий этаж. Думаешь, господи, благословить их деток, блядь, которые там катаются, пишут хуй на стенках. Рэп кул, блядь. Рисуют эту моську. Ой. Повырастала тут. Давай, надо... Ты что сделала? Стазисом. Каким стазисом? Давай, раскручивай эту хуйню. Раскручиваю. Кручу эту баранку. О, не нравится, сука, падла. Паскуда, тварь, говно.
Ты получила по шапке? Да. Тентаклей. Фу, да. Фу, убери от меня свои малафящие тентакли. Да ну тебя. Дурашка. Я ж посмотрел, что такое тентакли, и Эфи показал. А чё, она не должна работать? Не знаю, вроде бы работает. Бегут. Ты чё, вообще без звука играешь? Играю со звуком, просто тут очень все шумит, и ну, иногда не слышно, что туда. Вот это вообще... В этой части замедление юзов, конечно, одно удовольствие. Они наконец-то стазис стал необходим, блядь, для прохождения и выживания. Раньше-то он как-то, блядь, был только читерский такой, ненужный особенно. А теперь, блядь, без него вообще жопа. Ого. Тентакли слева по курсу. Вижу. Мочи он нафиг, гандон этого. Help me! А-а-а, как кувырок. А-а-а, какой нахуй кувырок? У меня столько заморозок ушло. Фу. А они вроде тут сами восстанавливаются, да? А как, ты сама опустила и крутишь? Да нет. А была опущена? Да нет, я просто там что-то опустила, потом она вверх поднялась и думала, ты там что-то сделал. У тебя тоже скорострельность такое говно, что охуеть можно? Да, отвратительно просто. На тебе, чтобы тварь. Было что прокачивать. На, как сделал. Мудак. Да-да, знаю я, пошли. Да не ты, а он. А он. Автоматический определитель номера. А он, блядь. Да чё, это была такая крутая фишка в 90-е. Ёпта. Ты там где? Ты был просто властелин телефонной сети, ты знал, кто тебе звонит. Там гель. Нет, в 90-е ты знал, кто звонит, а не кто звонит. О. Тогда, блядь, ещё было не модно это поправлять. Тоже вот эти душные люди, да? Звонит. То есть, а когда говорят пальцами, а не пальцами, это нормально, блин. Боже, пальцами, господи. Пальцами, ёпты, давай шевели своими пальцами, ёпты, пошли. Ну и чё ты сделала? А подлететь ты не хочешь сначала? Да подожди ты. Да, пусть она включится, тебя и разрубит пополам. Бестолковка, блин. А, блядь! А вторая-то какого хуя крутится? Действительно, какого же она крутится? Я экономично проскочил за первую. Нахуй, все на себя беру. Раз ты не хочешь меня спасать. Отлично, зато прококунькать, блядь, этот кусочек заморозки всегда, пожалуйста. О. Сгрудились тут, ёптать. Я помню, кто-то должен вылететь. А, куда? Из игры? Чур не я, ёпта. Ты такой озорной. Не догонишь. Что это было? Я, значит, вот это была маленькая победоносная война. Я ему прямо... Господи, какая скорострельность, мама дорогая. А я попробую-ка я из другого пистолета не стрелять. Может, другой поубойнее окажется, а? Он конечно, не отсекает, но чё это за фигня? А, гениальный взлом замков же здесь. Давай покажем, какой мы сработанный тандем. Давай. Чё надо делать? Ну? Не знаю, ждём, походу. Очень сложно вообще. Очень. Можно и провафлить. Главное, заранее нельзя сдвигать. Первый нах. Ни хрена подобного. Проигравшая получает леща, ёптать, папского. Классный звук такой перезарядки. Вот ты слева стоишь, перезаряжаешься, я в левом ухе слышу. Ты считаешь, я пошутил? Нет. А зачем смеешься? Я просто подумала, что было бы, если бы ты взял, закрыл бы дверь, и я там осталась. Да? Это тебя позабавило тогда? Шушуть!
Совсем писюлечку. Что ты так вздыхаешь, как будто сейчас умрешь? Обычно я так вздыхала, а ты говорил мне: «Господи, не вздыхай так, потому что ты как будто умираешь». Ой, вздыхай, сколько хочешь, отстань только. О боги, наконец-то. А ты, кстати, капитан корабля. Ты об него споткнулась. Да могла бы спотыкаться об него как-то более уважительно. Ты, блядь, как всегда, да, в галюнах есть? Да. Надо было назвать Айзек Грибоедов, блядь. Опять у меня глюки. Выключи, выключи, он говорит, да? Кто? Этот? Карвер? Нет, Айзек. Что он повторяет? А, тут же субтитры были. Ты не читаешь тоже, да? Я читала, но он там что-то Айзек орал. Все перепутали. Turning off, он говорил. Поверни выкол, значит. Выключи. Единственное, что этот сюжет что-то пытался телиться с этими обелисками, я так и не понял. Люди его создали, инопланетяне его создали, что это, блин? Ну, как я поняла, там создала какая-то умная раса, вот, и они решили что-то там еще сделать, и вот этот обелиск, он их поглотил и создал вот этих микро... А потом люди воссоздали обелиск, это нашли. А потом люди, да, воссоздали обелиск, увидели там... точнее, нашли кусок верхушки. А обелиск некроморфа еще более древняя раса, да? Ну, нет, самая-самая, типа, какая-то там раса, в общем, решила создать вот этот обелиск. Зачем? Вот, а я не помню. Это флешка, наверное, терабайт была. Походу, вот. И, в общем, что-то пошло не так у них там, и кобздец, короче. Оно их поглотило. Что это было? Ничего. Господи. Капитана разделываю. На дрова пойдет мумия. Отдай честь, капитан. Я отдал, видишь, оставил ей левую руку, чтобы она честь отдавала. Левой теперь. Как чудно. На правую не представляю. Ой, у нее был такой кораблик здесь. Ой, я артефакт нашла. Да, где? А вот тут в углу лежал. А, да, да, здесь был. Но мы один все равно прокакунькали, благодаря тебе. Так, давай не хочу будем напомнить, смотреть. Где, в каком углу, какой артефакт здесь? Да я забрала уже его. Че забрала? У меня свой должен лежать. Ищи мне теперь артефакт, да. Ты че? Ищи скалказа. Давай, все, не это самое. Я смотрю, какой она фрегат собирала. Зачем ты тратишь патроны? Сам говоришь, о, а потом... О, смотри, я... Что я тебе говорю? Сам говоришь, типа, ой, у тебя что, много патронов? А сам он стоит... Знаешь, сколько у меня патронов? Сколько? 17, сколько хочу, столько трачу. Хрена себе, ты жесткий. Смотри, факов написано на плакате. Факов? Ой, а этому, смотри, глаза выкололи. Да капитан-то был с прибабахом. We won't fight you. Что? Мы хотим сражаться тебя. Мы хотим поработить тебя, наверное. Right? Мы хотим тебя отпиздить. Ой, от... это этому уроги. Гитлер с рогами. А, это, наверное, на Сталина больше похож. О, боги. Какие тут картины. Я смотрю, ты... Ну, ты же говорил, что ты не любишь особо эту живопись, но иногда ты что-то так любишь. Я да? люблю хоррор. Ты Детка. Любишь? Да. Okay. Картины с выколотыми глазами, фотки трупов. Не настоящих. Вот в играх расчлененка, блядь, как, для меня как гирлянды, понимаешь? Вот трупы прям развести в хорроре, блядь. Ты мне напоминаешь язычнического бога, какого-то, не помню, задабривали раньше, типа Дед Мороза, из него прототип сделали Деда Мороза. О, господи, если сейчас начну объяснять, то никто ничего не поймет. Мне показалось, что ты говоришь про ацтекского Уицелопочтли, который был бог войны, его задабривали сердцами. У славян язычнический, блин, как это? Языческий. Вот, бог был, которого задабривали. Задабривали молодыми девственниками. О, блядь, отличный бог. А что с девственницами делали? Он их убивал, в общем. Не, погоди, ты гонишь. У славян никогда не было такого бога, которому они жертву приносили. Ломись. Не знаю, не знаю. Вот, вот ни одного это то, вообще. Это то, что я читала на Википедии. Бля, хуйня словарь. Ты что, ты не ту дверь открыла? Господа комментаторы, кто-нибудь в комментах напишите, о чем говорит эта безумная женщина. Так, все, идите нафиг. У славян всегда были нормальные боги, такие адекватные. Ерила, там, Велес, там, Рот, что кто-нибудь. Рот. Рот, да, создатель самый основной такой. А ты где? А вон. А вот ты где. Нет, он Лутецкого нашел. Молодец. Думаю, дай-ка пошукаю. Пошукаешь? Вот опять, кстати, про обелиски втирают. Обелиск 37.
Эгида 7. Эгида 7, это же планета, где вот все началось. Ну да. Это был третий по счету обелиск, смотри. А предыдущие два где? Ну, один на Ишимуре, по-моему. А, нет, во второй части на... собрали на планете. Тау Волантис. А, Тау Волантис это та раса Волантиса. Мы же ее тут по запчастям соберем, а потом живых найдем такие же. Чем вот классный ход, кстати. Блин. О, да! Ах, такой-то. Тварь, а? Паскуда. Музыка ебашит. Ты воюешь? Да. Молодец. Это что было, нахуй? Охуительно. Бляха, ты мать моя. Настасий закончился. Он как-то цинично воспринял то, что я в него стреляю. Ему было немножечко похуй. Фу. Такое ощущение, что я водяным пистолетиком ебашил в Терминатора. Пиу-пиу. Заржави. Заржави, умри. В глаз ему, блядь. Пиу-пиу. Потыкал. Ну, а я потом из-под ствольника присоской... наслюнявленный в лоб ему, блядь, что прилипло. Мне нечем стрелять. Я слышу врагов. Я слышу, что здесь где-то хищник, куда он. Это звук, блядь. О, господи, тут женщина. А, твоя, кстати. Спасибо. Завалю будешь? Смотри. На, ты чё моего друга кинула? Ты чё охренела? Ты кем себя замнила, сучка? Сука, должна уважать. А ты куда делась? Я тут. Вот тут есть металлоломчику чуть-чуть. Металлоломчику? Там немножко сисек стоит. Спасибо. Концентрация. Титюли, где металлоломчик-то? В конце комнаты другой. О, тут тоже кто-то корабль. А, нет. Да ну тебя? Ну вот тут. Я, наверное, уже собрал. Нет тут ничего. Чего? Это был... Эвакуатор? Бздёж. Какой эвакуатор? О чем? Нажмите это что? Нажмите кого? А, тут можно задание же выбирать. А, это? А что у меня с патронами? А как их выбирать? У меня хреново с патронами. Подожди, как-то можно уже переключать здесь сверху вот эти... А, вот миссия. Доберитесь до Тирановы. А, без что? Без члена команды мы никуда, без челнока мы никуда не можем отправиться. Ни обратно к земле, ни обратно. А, миссия сделать оружие. Блять, мне нравится эта миссия. Удивительно. Ты уже делаешь? Сейчас сделаю. Тут, кстати, патроны универсальные для всех оружий, поэтому мне нравится этот режим. Так, подожди. Ты профто крафтив обоймы? Профто крафтив обоймы, они для всего подходят. Как тут эту штучку, подожди. Блин, как вот эту фигню выбирать? А, вот. Чего? Доберитесь, сделайте оружие. А как надо выбрать? Мне же самой надо... Бляха-муха, мне же самой надо выбирать. А что надо делать? Я не понимаю. Создать новое оружие из чего, блядь? У меня ничего нет. Да хрен его знает. Может, станину какую-то новую надо сделать? Хрен его знает. Тупанину им, блядь, не сделать новую. Тяжелая стандартная станина. Какая прелесть. Ага. Снять и разобрать, создать новые инструменты. О, излучатель Теслы. Я буду наугад, короче, делать пушки. Отлично. Чудно. Нижний блок. А, вот, нажимаешь создать. Получаешь излучатель Теслы, плазморез. Плазморез. Пистолет хочу. Чудно. Есть? Эй, в этой машине есть бабий магнит? Бабий магнит, чё ты ржёшь? Ой, боже. Так. Мой друг скажет, если ты покупать машину, в ней должен быть бабий магнит. О, создать насадки. Мне с усиками, пожалуйста. А, нету, блин, нихуя. Деталей не хватает. Стандартная компактная станина. Создай станину. Нет, все, я сделал кусочек дерьма и назову его... не знаю... Сотрясатель жоп 200.
это смертоносное оружие в борьбе с некроморфами, я уверен, нанесет, заставит их поржать хотя бы. А как из второго оружия стрелять, не в курсе? Пробелом. Прицел пробел, по-моему. Если не ошибаюсь. Да, и у меня в итоге пушка, которая стреляет одинаково, что с верхнего ствола, что, сука, с нижнего. Что, а у меня... Я думаю, на этом пора уже, наверное, серию свернуть. Считаешь? Ну, думаю, да. Ой. Ну, раз Эфи думает. Да, я умею думать, представь да, себе. Да, кто не сомневается, что ты так, блядь, нервничаешь. Сбагой здесь, все нормально. Сейчас я вот так вот сделаю. Ой, вольфраму и руль надо еще крафтить по очереди. Я не забыла, что он открывает какие-то секретные ходы здесь в какие-то двери. Помню. Ну, когда ты его сделаешь? А когда ты его сделаешь, тогда я его сделаю. Я тебя сейчас сделаю, да? Тут написано хызы, вот. У нас все равно нет вольфрама. Так, а где сохранение? Я не знаю. Задача. Мы с задачей, походу, не справились, блядь. Ну, блин, я тогда не знаю. А, подожди, может, надо вообще в другое место пойти? Стой, погоди. Да, в жопу, например. Стой. Так, не нервничай. Не, сделали. Бонус миссии, у меня нету ее больше. Доберитесь до Терановы. Все, это задача. Ну, так включи ее. Так включила, она мне так включена, блин. Да, я вижу. А, вот, все, теперь можно зайти. Давай зайдем за дверь, там включится автосейф, я думаю. Давай. Черт, покажи, что у тебя за пушка-то. Да блин, я ее там оставила. Как ты ее там оставила? Ты что, охренела? А, боже. У тебя два слота. Давай не будем. Да? Че не будем? А, это вместо альтернативного огня нижний ствол появляется. Ну, типа. Типа гриппа, бля. Дай-ка я переоденусь, тут костюмер. Скафандр разблокирован. Костюм легенды Dead Space разблокирован. Лучше сменить костюм. Костюм спецназа. Элитными войсками. А нахуй мне костюм? Ах, костюм охранника, костюм бича. Зачем? Я буду военным, я же, блин. Зачем менять костюм спецназа? Вы что, блин? Дураки, что ли, совсем? Даже я менее щепетильна к костюмам, чем ты. Ну да, это еще в Dark Souls было заметно, как ты. Да, это какое-то говно, оно некрасиво смотрится. Я вот люблю, это... да, а че? Блять, красивый пон дороже денег. Как бы, я джинсы долго выбираю. О, да, я, да. Ну, я долго размер еще просто. Ну я же о чем и подумала, что размерчик-то. Ты же хорошим-то разве подумаешь, елки-палки. Все, я все проапгрейдил. Экзибит прокачал мой костюм. А что, тут очередь, что ли, в гардероб? А, он здесь один? Ну шевелись тогда, коровушка. А что за костюм, погоди? Ладно, давай мы серию закончим, а до чекпоинта дойдем уже потом так. Давай. Пиздячим паром, как что называется. Если это все сохранится, я надеюсь. О, господи. Тут же можно еще фигню эту улучшать, да, насколько я помню? Где сохранить? Что ты орешь-то? Можно эту фигню улучшать, нельзя. Мы узнаем в следующей серии. Адио, амигос. О, господи, боже.